Называется 2.45. Вот. Обычно я начинаю с такого предисловия. То, что предисловие, конечно, идеалистическое. Молодой или старый художник, ему надоело здешняя северная действительность, он хочет нарисовать какой-то сказочный пейзаж, какой-нибудь выдуманной или очень далекой страны. И вот он садится в ладью и отправляется в Сомали, в страну, о которой ничего не знает. В белом море окурков моргает маяк, к берегам Сомали уплывает ладья, где ходит Жак-Аланжо, застыл в часах шейк Шариф, шейк Ахмед. Это пуля твоя, у дверей маджахет с автоматом в руках. И несется ноктюрн с берегов Сомали, оставляя свои. Незаметно следы, уходя через дверь и влетая в окно каждый раз и опять. Вспоминая о прошлом, автоматы играют ноктюрны. Мы смотрим кино, гремя поварёшками. Сотни световых лет до тебя, Магомед. Хорошо, где нас нет, Сальвадор, ты был прав. Угадал, победил на закате фасоль. На холсте предчувствие гражданской войны. Мы идем по ладье, по бортам тут и там на воде гладь да голь. Вот уж тысячу лет я вижу мираж. Со мною мольберт, я рисую пейзаж, где штыки вдоль реки, на холмах и в домах, и повсюду враги. Убежать не моги, солнце клонит закат, отдыхает пират, остывают пески. Шуба плачет нам вслед, месяц золотом вышит. Со мной мольберт, впереди Могадишо. Если спросят зачем, ты скажи просто так. На ладье по воде Сомали мы пришли. Как струну тишину рвет молитва и мечеть вдоль реки Тесаки. Субэкватор кипит, Могадишо завис. Субэкваторе сушь, я беру в руки тушь, я рисую эскиз. Пожелал, чтоб пчела показал мне мираж. Сухо веет муссон, набирает разгон, я рисую пейзаж. Спасибо. Еще увидимся.